С 20 по 24 сентября в окружной столице пройдет третий окружной слет соревнований учащихся «Юный спасатель». Уже ставший традиционным на Ямале, соревнования проводятся в рамках реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах». На слет отправилась и команда от нашего города. С ребятами познакомился наш корреспондент Тимур Чешков. В составе каждой команды 10 человек, 8 участников в возрасте 13-16 лет, а также руководитель и судья. Лабытнанги представляет команда «Семь ветров». Мы успели застать ребят, когда они проверяли снаряжение и собирались в дорогу. Один лично вроде стал. Или Кира, ты взяла спальник свой? Да, взяла. На четвертый день ты правда скажешь, что это самое важное, что есть. Знаешь, когда есть... Подростки будут соревноваться по программе пятиборья спасателей МЧС России. По видам комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации, в акватории и на природе, комплексное силовое упражнение. Соревнование называется «Юный спасатель». Сейчас будет проходить этап в городе Салехарде, то есть за Салехардом на турбазе, то есть на базе лыжной, на территории лыжной базы. Непосредственно лагерь будет там, а сами соревнования будут проходить в лесу рядом с этой базой. Команда от нашего города участвует в соревнованиях второй раз, но новым составом. Все представители команды имеют навыки для участия. Кто-то обучается в школьных секциях, а некоторые уже участвовали в подобных мероприятиях. Ездил на соревнования в Ноябрьск 9 сентября на школу безопасности. Соревнования пройдут в лесном массиве, расположенном в районе окружной спортивной туристической базы. На протяжении 3 дней подростки на практике будут применять навыки и знания, которые получили ранее. Итоги состязаний будут известны уже на следующей неделе. Тимур Чешков, Дмитрий Свирит, программа «Время местное».